В областном центре стартовала образовательная программа проекта команды городских управленцев города Магадана 2.0. Специалисты из Московской школы Сколково в течение нескольких дней проведут лекции и практические занятия. Это шестимодульная программа по созданию команды городских управленцев. В ней будет около 80 человек. Основная цель таких занятий – показать жителям уникальность Магадана и возможностей. Хотелось бы получить устойчивую, сильную команду, которая наладила взаимоотношения и с жителями, и с разными крупными компаниями в городе и учитывает интересы как молодежи, которая хочет видеть перспективы разной занятости на месте, так и людей, которые, собственно, приезжают в Магадан, так и людей, которые, собственно, здесь живут и собираются оставаться навсегда. Преподаватели Сколково в прошлом году рассказывали жителям города об успешных практиках магаданской команды. Специалисты отмечают, чтобы создать какой-то новый проект, нужно понимать, как им управлять. В Магадане нужны люди, рабочие места есть. В стратегии развития города Магадана есть один очень важный момент. Мы должны омолодить город Магадан. Мы хотим восполнить вот этот дефицит трудовых ресурсов. Я в вступительном слове сказал, у нас в городе Магадане 600 безработных на 4500 вакансий. У нас не хватает людей. Юрий Гришан подчеркнул, что ни санкции, ни вражественно настроенные государства не помешают в развитии Дальнего Востока и Магадана. Сегодняшним мероприятием мы с удовольствием и большой радостью открываем год культурного наследия народного творчества. Надо сказать, что библиотеки централизованной библиотечной системы города Магадана уже неоднократно участвовали в всевозможных мастер-классах еще до этого события. Сегодня здесь, в муниципальном центре культуры, наши библиотекари представляют различные виды народного художественного творчества. Пришедшие сюда дети, взрослые, могут с удовольствием попробовать себя в росписи в стиле, в росписи тарелки, в стиле хохлома или гжель, попробовать нарисовать дерево с помощью точечного рисунка или, допустим, сделать матрешку необычным способом оригами. Все это очень интересно, всегда захватывает. Ну и еще один из интересных мастер-классов – это изготовление обереговых кукол. Это всегда очень нравится ребятам. И вот сегодня здесь, в этом зале, можно изготовить обереговую куклу, например, куклу Куватка, различными способами, заодно узнать о истории этой куклы, почему она существует, для чего она нужна. Они цветы делают, тюльпаны делают, они делают фотоаппараты, это тоже из бумаги. Ну, моторика развивается у ребенка в данном виде деятельности. Поэтому, если что-то не упустила, то вот так. Что нравится? Как раз вот идея была показать город мастеров. Вот сегодня в зеркальном зале истинный город мастеров. Увлеченно, интересно, очень разнообразно. Народов в Российской Федерации насчитывается сотни, и приятно, когда на этой сцене мы видим и чукотские танцы, и танцы и венские, и белорусские. Это тоже народы России, потому что там русские люди живут, и в вашем творчестве всегда чувствуешь себя причастным к тому, потому что не всегда мы доходим до живого звука, не всегда мы доходим до живого танца все больше вот в телефонах, в телевизоре. А сегодня и в те времена, когда вы показываете нам свое искусство, свое мастерство, вы нас возвращаете в истину, в корни того, что было веками на нашей русской земле. Работник культуры города Магадана, детская музыкальная школа. Вместе Эдуард Анатольевич Рудас. Oh, it's
песня о том, что нам дорого, о родине, о матери, о том, что нас окружает. И вы знаете, в Магадане уже, наверное, на протяжении более 20 лет сначала проводился конкурс, сейчас мы проводим фестиваль. Это фестиваль, который пользуется большой популярностью. Каждый год не менее 50-60 исполнителей, ансамблей принимают в этом конкурсе. И в этом году не помешала даже пандемия. И результат, то, что сегодня на сцене наши прекрасные исполнители. Но сегодня еще один праздник, 8-я годовщина воссоединения России с Крымом. Праздник дорогой, наверное, каждому россиянину, потому что 8 лет тому назад, я думаю, все достаточно празднично восприняли возвращение российских земель. Я вас всех поздравляю и в первую очередь желаю вам всем здоровья, ну и, несмотря на наше определенное трудное время, мирного неба над головой. Благодарим!